Протокол подписан нами 21 сентября 2021 года. 16.05. Нет возражений. Мурманский избирком подписал итоговый протокол прошедших выборов в Госдуму. За три дня, что продолжалось голосование, жалоб, требующих рассмотрения и нарушений на избирательных участках, зафиксировано не было. Наивысшую явку по традиции показали закрытые территориальные образования Мурманской области. И меньше всего избирателей пришло на участки в областном центре. Отчасти это связано с тем, что в этом году многие жители региона смогли проголосовать дистанционно. Глава облсберкома отметил, что выборы проходили в напряженной обстановке. Много вопросов было связано с новой формой голосования. Добавляли сложности и отключение электроэнергии. По итогам обработки 100% бюллетеней по партийным спискам лидирует «Единая Россия» с результатом 35,81%. Второе место занимает Коммунистическая партия Российской Федерации 17,81%. Партия ЛДПР набирает 11,06%. «Справедливая Россия за правду» 11,21%. Партия «Новые люди» получает 8,56%. За партию «Зеленых» отдали голоса около 1,5% северян. Столько же у коммунистов России. У «Яблока» чуть более 1% голосов. За партию пенсионеров проголосовали 1,58% избирателей. И менее процента набрали партии «Гражданская платформа» и партия «Родина». Избранным депутатом по единому одномандатному округу признана Татьяна Кусайко с результатом 34,38% голосов избирателей. Итоги выборов в Мурманскую областную думу озвучат уже в эту пятницу. Янина Морозова, Павел Третьяков, ТВ-21+.